Вот его отношение к Талькову, да, еще один подобный случай связан с личностью Талькова. Отцу Элиодору очень нравился Тальков, его песни «Летний дождь», «Чистые пруды» и другие. Он и сам их прекрасно исполнял в дружеском кругу, аккомпанируя на фортепиано. Нередко из батюшкиных уст среди забот слетали любимые строчки из песни Талькова. «Я спешу туда, там льется добрый свет». Батюшка считал Талькова смелым проповедником, который уже тогда, в 80-е, не боялся говорить про Бога и про Христа. Ценил он и его гражданскую позицию, то, что уже в то время певец в своих песнях смело обличал подвиги коммунистов, был и считал отец Элиодор по-настоящему мужественным поступком. Кто-то подарил батюшке компактный видеопроектор и диск с последним концертом Талькова, тем самым, где его убивают. Мы с ним его смотрели, и когда дошло до момента убийства, он не сдержался и заплакал. Пытаясь справиться с собой, он отвернулся и с великой горечью произнес: «Как же это можно вот так взять и убить человека?»